Друзья, всем привет, с вами канал 128, и сегодня я вам расскажу, как узнать, в каком пакетике находится какой супергерой. Как вы все знаете, наверное, уже может кто-то не знает, но в предыдущих подобных сериях были номера, и по номерам можно было определить, где какой пакетик находится. А в этой же акции такого нет, нет никаких номеров, нет никаких отличительных способностей, ну, там, то есть отличительных моментов. И, в общем, это просто лотерея превращается. Значит, но есть один способ. Я сегодня вам о нем расскажу. Но прежде хотел бы сказать, что в предыдущем видео была допущена ошибка, где разыгрывались супергерои. В комментариях я это понял, некоторые это заметили. Я посмотрел видео заново. В общем, действительно, Железный Человек был пропущен. Он занял бы третье место. Но от этого наш победитель не меняется, потому что такой ответ был у нее тоже. В общем, будем работать дальше. Буду стараться делать меньше ошибок. Спасибо вам за комментарии. Это всегда хорошо, когда вы поправляете, есть над чем работать. В общем, переходим дальше. Переходим к сегодняшнему видео. Итак, как же можно понять, в какой ластик, в каком пакетике? Да, в принципе, никак. Но сейчас объясню. Есть способ, но способ этот такой. То есть просто тупо на ощупь. Смотрим на ощупь, что за фигурка. Если вам где-то в магазине разрешат, но я знаю, что я сам видел, так что ребятишки прибегают там и выбирают, пытаются там на ощупь понять. И я решил проверить, насколько это действительно помогает. И вы знаете, действительно, можно легко угадать, какая фигурка в пакетике на ощупь. То есть можете спросить в магазине среди нескольких на ощупь определить, какой вам нужно выбрать, тот забрать. Не открывая упаковки. Естественно, открыть упаковки вам никто не разрешит. Итак, вот попробуем. Вот смотрим. Сейчас объясню, как. Распакуем несколько пакетиков. Посмотрим, ошибусь я ли где, или буду прав везде. Вот смотрите, я трогаю эту фигурку на ощупь. Во-первых, тут нету никаких ушек, никаких рогов. Соответственно, вот эти вот товарищи сразу все отсекаются, у кого есть ушки. Это уже как бы, да, остается намного меньше, больше половины. Нету никаких проборов, вот как у Гаморы там. Или вот у Вдовы. Нету никакого такого ощущения, вот как у Халка, видите, у него как парик такой приклеен. Ну, то есть полностью гладкая поверхность. Полностью гладкая поверхность головы у нас у одного супергероя. Это Человек-паук. Давайте теперь проверим. Вот если мы ее откроем. Смотрите. Человек-паук. Посмотрим следующий пакетик. Видите, они у меня заклеены. То есть я не готовился, не смотрел, что там все запечатано, чтобы вы понимали, что это не обман какой-то. Мы действительно просто на ощупь смотрим и понимаем, какой супергерой находится в каком пакетике. На самом деле все очень просто. Чуть камеру не сдул. Смотрите. Здесь я нащупываю ушки. Ушки. Это вот этот, потому что я нащупал вот эти два уха, зеленый гоблин, и сзади вот этот вот нарост. То есть как бы стопудов здесь он. Давайте проверим. Действительно он, зеленый гоблин. Идем дальше. Здесь тоже неровная поверхность. Нащупываю уши, но также нащупываю и щеки. У нас есть уши и вот такие вот щеки, и такой вот нос. И все это легко здесь прощупывается. Давайте проверим. Да, енот-ракета. То есть все очень просто, ребята. Главное вам перед глазами видеть, что за фигурки, либо знать заранее, кто вам нужен. Запомнить его отличительные способности на ощупь. Ну, то есть как бы либо по картинке понять,
Дальше, если он немножечко будет мешать воздух, вот они воздухом немного накачаны, то можно взять с собой булавочку, проткнуть там иголочку, либо там просто вот так вот сделать небольшую дырочку, пока этого никто не видит, конечно. Сдуть воздух. Тут у меня немножко неаккуратно получилось. В общем, булавка это будет намного аккуратнее. И смотрим. Так намного легче уже прощупывается фигурка. Здесь я нащупываю ушки. Маленькие ушки. Маленькие ушки у нас либо вот в этой фигурке, либо в этой. Но неужели черная пантера? Да. Потому что я нащупываю вот здесь вот. Еще вот где вот эта маска идет. Тут есть спереди. И расположение маленьких ушек. Должна быть черная пантера. Даже открыть его не могу. Да, друзья, легендарная черная пантера, это которая... Ну, в общем, вы помните. Очень плохо мне попадалось. Дальше. То же самое, маленькие ушки. Не может быть. Неужели это опять черная пантера? Смотрите. На ощупь точно она. Опа. Подперла, товарищи. Подперла. Пошла пантера в ход. Смотрим дальше. Вот здесь опять есть уши. Уши, да? Вот мы смотрим, у кого есть. Ну, тут рога, тут такие тоже на шлеме крылья. Тут маленькие ушки, тут маленькие. Тут конкретные такие ушки. И такие вот щеки выступы. Смотрите. Вот тут два маленьких ушка. Вот тут такие щеки. Вот тут там нос торчит. Это по-любому енот-ракета. Смотрите. Опять енот-ракета. Дальше я не буду открывать те, которые точно буду знать, что это или енот, или черный пантер, или кто-то вот из этих. Чтобы... оставить упаковочки для следующих видео. Буду открывать только те, которые я пойму, что это новые. Так, вот здесь уже сложнее. Нет ни рогов, ничего. Ну и не гладкая поверхность. Угу. Значит, ребята, это кто-то вот из этих товарищей. Вот этот. Кто это? Звездный лорд. Железный человек. Капитан Америка, кто-то из них, потому что вот этот вот паричок я не нащупываю, чтобы это был Халк. Остальные отпадают. Значит, попробуем определить, кто из них. По каким-либо еще отличительным моментам. Угу. Ну да, нащупываются два глазка. Нащупывается вот эта вот хрень, вот это вот на подбородке, два глазка нащупываются. Я думаю, что это Звездный Лорд. Давайте проверим. Ну да, это он. Идем дальше. Так, тут у нас что-то вообще очень странное. Нет, ничего странного нету. С одной стороны ровная поверхность, с другой такая выемка идет. Вот смотрите, ровная поверхность. Нет. Вот этого пупырышка, ну то есть вот окончание капюшончика я не нащупываю. Значит, скорее всего, это вот черная вдова. Вот ровная поверхность, а вот здесь выемка, то есть вот где волосы, лицо. Давайте проверим. Она, да, вот нащупывается также вот этот проборчик. Сейчас камеру подстрою. Вот проборчик вот этот нащупывается. 100% там черная вдова. Опа. Ну вот и ошибка, ребят. Зато вы знаете, что это видео не подделано. Ну, в общем, я ее перепутал. Давайте разбираться, в чем отличие. Оба их как бы ровно поверхность задней головы. У обоих есть проборчики. На ощупь будет вот как бы лицо понятно. Отличительный такой момент. У Гаморы он практически по центру пробор. У Черной Вдовы сбоку. Я немножко поспешил.
и сделаны правильным выбор. А также на ощупь ощущаются угомары вот эти вот надплечники, наверное, правильно назвать. У черной вдовы этого нету. То есть, если бы я не спешил, я бы это понял сразу. Ну, в общем, гамора. В следующий раз, я думаю, мы не ошибемся. Смотрим дальше. Угу. Друзья, ну вот опять такая же фигурка. Все то же самое. Пробор сбоку. Надплечников я не чувствую. В общем, это опять будет, вернее, не опять, а теперь это будет черная вдова, а не гамора. Да, совершенно верно. Смотрите, черная вдова. То есть, в принципе, видите, можно вполне на ощупь определить, где какая фигурка. Если вам разрешат это сделать, то вы можете вполне собрать коллекцию намного быстрее, чем раньше. Потому что вам может быть куча зеленых гоблинов прилететь там и так далее, а не попасться там какой-нибудь енот, там гамора или вот черная пантера, которая у меня была всего лишь одна до этого момента. Так что, друзья, будем распаковывать дальше, посмотрим, как еще других определять. Вот здесь что-то интересное такое. Никаких выступов нету. Выступов нету никаких. То есть ни рогов, ни ушей. Но есть на голове, чувствуется. Надеюсь, я не ошибаюсь. Вот эта вот штука, то есть вот его прическа, парик вот этот вот. Ощущается на ощупь сразу. То есть по-любому это не этот, не этот. Давайте посмотрим. Это должен быть Халк. Ну вот, видите, Халк. Друзья, сейчас я попробую, чтобы не затягивать это видео, вот эти пакетики на ощупь определить. Поставлю видео на паузу. И чтобы там были те, которые нам еще не попадались, если есть такие, и по ним пройдемся. Просто нет смысла тратить на это время, во-первых, а во-вторых, не хотелось бы распаковывать те упаковки, которые уже есть. Может пригодиться для следующего видео. В общем, ставлю на паузу. Друзья, ну вот смотрите, перебрал я несколько пакетиков, там около 20 их, наверное, было, и только две новые там попались, ну, как бы на ощупь, да. Вот давайте проверим, вот это вот я нащупал, это у нас железный человек, да, круглая голова, немножечко плечики прощупываются. Сейчас камера его не ловит немножко. Прощупываются плечики. И вот этот подбородок хорошо прощупывается через пакет. Давайте проверим. О! Немножко я поспешил. Опять ошибка. Но вот плечики прощупал, да? А вот не перепроверил волосы на ощупь. Это Халк. Ну ладно. Еще одна ошибка. Вторая ошибка пока что. Здесь я нащупал человека-муравья. Я нащупал у него маленькие такие ушки тут, да. И вот это вот, вот. Приспособление для дыхания. Какое-то подобие противогаза. Давайте посмотрим. Да, это человек-муравья. Итак, давайте пробежимся по тем, которые не выпали. Ну, смотрите, ну, Грута все очень просто, да. У него вообще не круглая голова. Там вообще просто пальцем почувствуешь эту голову. У Капитана Америки здесь немножко посложнее. Здесь надо нащупать вот эти вот маленькие выступы. И, в принципе, вот так плечики отличаются. Ну, звездочку можно нащупать. Дальше. Оса тоже легко прощупывается. Маленькие ушки и колпачок вот такой на шлеме. У нее одной такой. Такой же колпачок у Тора. Ну, как бы, видите, такое острие. Но очень большие такие уши. Ну, вернее, крылья на шлеме. Ну, Локи, само собой, там нащупаете эти рога сразу. И Женщина-паук. Как бы будет круглая голова. Вот здесь выемка. И чтобы не перепутать ее там с Гаморой там, или еще с кем-то, у нее вот здесь такой вот кончик капюшона. В принципе, все. Можно вполне, если не торопиться, найти себе любого супергероя. Вот я допустил две ошибки, но немножко поспешил. Но есть моменты, которые там посложнее, да. А некоторые супергерои вообще легко там найти. То есть дерзайте, ребята, собирайте коллекцию. Всем желаю удачи, всем желаю собрать коллекцию. Подписывайтесь на канал, будет розыгрыш обязательно скоро вообще всей коллекции супергероев. Также пишите комментарии, если где-то были какие-то ошибки, замечания. Я всегда им рад, а всегда рад исправлять ошибки.
В общем, всем удачи. Ставьте лайки, если видео было для вас полезно. Это был канал 128. Всем пока.